И добро пожаловать, ребятки, и это у нас House of Slenderina. Дом Слендерины. В принципе, погнали. Я думаю, будем играть на медиуме. Медиум пойдет. Музыка изменилась, я очень давно играл в эту игру. Да, вот такие тона я помню. Так, что у нас по управлению? Давайте настроим, в принципе. Ребятки, я настроил управление. Вау! Фига она сжирает так быстро. Так, нам надо найти 8 записок. Погнали, погнали. Погнали находить записки. Отлично. Так, главное... Знаете, главное не натыкаться на эту вонючую слендерину. Так, вот еще вторая записочка. Тут в основном все очень просто. О! Так, слендерин, давай без... Так, это еще что за мать там торчит такая, а? Опа, записку-нибудь прячешь от меня, да? Козелина. Нет, не хочет. Нету. Нету записок. Так, погнали. Закрыто. Вау! Да... Так, слендерин, давай не сжирай меня. Так, вообще, а что за карта? Опа! Опа, 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 опа. Так, что-то карта у нас довольно-таки... Сейчас, секунду. Вот так на R. Вот так поставим вот этот. Блин, капец, как много клавиш, тут взаимодействовать надо. Так, 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 так. Значит, тут, я так понимаю, какая-то лестница, да? Вот в этом месте. Да ёбаный насос. Все. Ага, так, отлично, записка. Собирай, ё-моё. Да забирай уже. Отлично. Ключанский, отлично. Ключанский мы нашли. Так, подвал. Ну, он вряд... Он, наверное, закрыт все-таки. А может, это ключ от подвала? Давайте проверим. Нужен специальный... Бля. Что за звуки были? А, это мы. Это мы. Это мы так поднимаемся. Так, сразу же надо смотреть. Вот я помню, на этих местах были вообще записончики. Так. Давайте сюда пройдем. Опа. Ой, что-то мне звуки не нравятся. Ты можешь закрывать дверь? Нет, нихера, он не закрывает двери. Окей, 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 окей. Так, какая-то... Это же тетка-то с этого, с Греньки. Тетка с Греньки. Так, а тут что? Опа. Опа, 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 па. Эй. Ё-моё, ну только без этого, пожалуйста. Фух, ладно. А можно ее как-нибудь пройти? Вау! Вау! Меня пытается сожрать бабка! Бабка сидит. Ладно, окей, бабку мы обошли. Отлично, я записончик вижу, так. Так, записончик, записончик. Вау! Так, слендерин, давай без прикола. Ключанский еще один, да? Окей. Ключанский обнаружили. Так. Тут как-то очень подозрительно, да? Блин, капец, музыка напрягает. Так, отлично, берем записку. В основном это так, стандарт игры. Они все такие вот, сами по себе. Воу-воу-воу, ну слендерин, давай без... Опа, ключанский еще один. Круто, у нас уже 3 ключа. Да мы просто вообще... Так, пожалуйста, открывай. Так, вообще, давайте прочекаем еще некоторые комнаты. Так, отлично, использовали один ключ. Будет что-нибудь? Да ё-моё, слендерина. Так, вроде нет, тут ничего нет. Так, давайте на карту посмотрим. Так, так, так.
Окей, второй этаж есть. Тут есть второй этаж. Окей, сейчас мы на него пойдем. Давайте сначала вот зайдемте сюда. Все-таки записки нам надо находить. Ё-моё. Записончики. Да ё-моё, Слендерина. Харе. Харе. Так, давайте-ка вот все чекать. Все-таки записки могут быть где угодно и как угодно лежать. Так, давайте сразу на второй пойдем. Так, погоди. Мы выйдем в главный холл, как бы, окей. Погнали. Так, сразу смотрим вот тут на дверцах. Я припоминаю, вот. Да, блин. Отлично. Вот, я же говорю, тут на дверцах есть. Как бы на этих... Ё-моё, так, как тут вообще выглядит все? Ага. Так, давайте в дальнюю комнату пойдем. Пока вот сюда. Вот точнее, как я говорю, это бы бабка бы нас убила, которая там сидит. Но я к ней не собираюсь. Ой, блински. Что ж ты такое? Кто туда пошла? Окей. Призраки, небось. Так, ничего, ничего. Так. Так, 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 так. Так, записки у нас будут сегодня? Или нет? Бля, Слендерина, отвали просто нахрен. Опа, да. Yes. Бери. Отлично, использовали один ключанский. Опять этот звук вонючий бабкин. О! 8 из 8. Все, я думаю, нам надо вернуться в главную эту, как его? В главный холл. Возвращаемся. Да ё-моё, Слендерина, давай уже, вали отсюда к чертям собачьим. Так, я не вижу смысла туда ходить, вот, в конечные комнаты. Чтобы нас лишний раз эта Слендерина вонючая зацапала. Да ни хрена. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот, да-да-да-да-да, все отлично. Опа, это получилась картинка ключа, и нас... Да твою мать, Слендерина... The Keller. Подвал. Все, ключ от подвала. Погнали. Да, все верно. Все верно. Все очень верно. Погнали в подвальчик. Погнали в подвальчик. Игра довольно-таки простая, но довольно-таки очень страшная, в принципе. Она пугает. Есть пугалки. Блин, тут совсем уже другой звук. Так, давайте чекать. За нами что, дверь закрылась? Скорее всего. Скорее всего. Так, я пока ничего не нахожу. Я сейчас даже не знаю, куда нам... что нам надо найти вообще в целом с этой Слендериной. Так, давай-ка прочекаем вот эту комнатюшку. Мало ли что лежит. Всякое бывает. Опа, стрит Слендерина выглядывает. О! Фух. Так, а как вообще подвал? Блин, капец, он что-то большой какой-то. Так, значит, мы идем. Да, все, вот понятно. Тут карта как-то немного наоборот. Карта немного наоборот сделана. А что нам надо вообще найти в целом-то? Слендерина, отвали. Вот знаете, вот как немного чувствуется, когда она будет появляться. Так. Блин. Вонючий паук. Опа. Я ломик нашел. Я ломик нашел в каком-то очень странном месте. Слендерина, отвали. И я нашел ломик, это мой ломик. И я тебе его не отдам. Ха-ха. Так, в какую комнату, мать его, идти? Я думаю, вот надо повернуть налево. Давайте повернем налево.
налево повернем. Налево повернем. И посмотрим, что у нас. Какой-то длинный коридор, да жесть. Бля. Вот я так и знал. Заспавнилась, сволочь. Так, где мы еще не были? Вот, тогда повернем еще раз налево. Вот сюда. Так, 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 так. Давай, открывай. Опа, еще одна дверь. Опа! А мы все... А мы-то все верно сделали? Офигеть. Сундучок. Давайте откроем. Что это? Черепа! Ребята, тут черепа! Три черепа. И чё? Эй. Эй. Давай. Воу. Семейка. Вот эта бабка, которая там сидела. И Слендер, я так понимаю, Слендерина. То есть это мама, папа и дочь. Чё? Ё-моё! Вот и наша вся семейка. Охренеть. Конец. Так что, ребятки, спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, делитесь видео. И давай, пока-пока.